Всем привет! Я только что сделал самую важную вещь в своей жизни. Я сделал золотой гранатомет на роботе. Пошли влочить 3 оставшиеся короны. Ключ, отвертка и что там еще было? А, и арбалет, который не совпадает. Не совмещается с гранатометом. Бывает, бывает. Ну да ладно. Здесь я могу принять свою ошибку. Надо было более аккуратно играть. И здесь тоже. Лучше с двумя гранатометами буду бегать. Шотган. За робота очень странно стартовать. Казалось бы, у него тир пушек лучше. Но привычным... Сколько их там? Сколько в первом сундуке может появиться пушек? Машинган, попган... Ой, нет, попган не может. Машинган... СМГ может? Да, СМГ может. Блин, давайте просто я посмотрю на таблицу. Подождите, попган действительно может появляться в первом сундуке? Да, он может. Вот смотрите. Обычно при старте на харде вот этот вот комплект оружия, да? Вот этот. У робота подобавляются еще 4. 3 из которых совершенно не юзабельны. То есть обычно, что из, с гранатометом совмещается? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Подождите, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Обычно 5. За робота 7 вариантов. И добавляется еще 2 дерьмовых. Точнее, 3 дерьмовых. Потому что поправив его в начале, не самый лучший вариант. Короче, да. В итоге мы получаем, что пассивка робота работает против него же. Потому что лопата, кувалда и поправив. Не, это, конечно, много патронов дает. Что, получается, все-таки райфл лучше для робота, потому что она все-таки ей просто кучу патронов со стартового сундука восстанавливаешь и идешь рашить. В смысле, идешь долбить мух долго и упорно. Вполне возможно, что да. Но я нашел райфл, точнее, не нашел райфл. В том забеге, где я искал гранатомет, поэтому да. Я зашел на 1-2-L1, увидел гранатомет и все, и залочил его. Найс, найс. Сраный нюк просто выбил меня. Морально из колеи выбил. Блин, сраный нюк. Никогда больше с ним не буду играть. Сраный нюк.
Ужас, а не оружие. Я лучше скелетом еще раз сыграю, чем буду с нюком играть. Печально, что я слагер проклятый. Я не могу жрать пушки для восстановления пуль. Я не могу слагер использовать, потому что долбаные вот эти вот личинки. Четыре урона в три личинки вливаю, вау. Может по прайфу взять? Дальность. Косячная будет. Почему арбалет? Арбалет плохое стартовое оружие. Молодец! Умничка! Боже мой, вы взяли это? Вау! Красавчик, чувак! Молодец! Ну-ну-ну, чмоки-чмоки. Лучшее стартовое золотое оружие это с ультрайфа. Второе это гранатомет. Третье это шотган, четвертое это сплинтер. Остальные просто мусор. Просто мусор. Как бы они все еще лучше, чем револьвер. Понятное дело. Но они рядом не стояли с тем, что я сказал. Я не помню, в какой серии я буду обозревать все золотые пушки. По-моему, довольно поздно. Да, довольно поздно. 40-я, что ли. Да, хорошая золотая пушка это залог успеха. Я сейчас поиграл с золотым нюком, с худшей золотой пушкой в игре. Чувствую себя отвратительно.
Такой моральной боли я испытывал со времен 60-го эпизода. Когда на скелете играл. Лучше сначала... Сплинтер. Пожалуй... Окей, я вот так сделаю. Сначала стоит научиться хотя бы до лупа доходить. Потом, когда ты увидишь, что такое мамка, что такое большие бандиты и второй трон, ты, как бы, можно сказать, уже поймешь, с чего сделана игра. Там можно будет уже отвлекаться на других персонажей, на их ультрамутации и так далее. Сюда. Бонсер. Я хочу его взять. Но вместо чего? Боль сейчас зарядим. Или нет? Окей, ладно. Не зарядил я боль, слишком мало врагов поблизости было. Бонсер шотган очень хорошее оружие. Особенно под стрессом или триггерами. Суперкросс, пожалуй, да. Импакт возьмем. Если ты уже на лупе неплохо играешь, пора бы уже играть всеми персонажами, а не только которыми начинал. Ну, вообще твое право. Кем хочешь, тем и играй. Многие игроки в трон зависают на одном персонаже на всю жизнь. И вообще не в состоянии принимать истину, что можно разными играть. Я молодец. Взорвался на проклятом патроне. Так, ну ладно, у меня гланды, так что все должно быть нормально. Если я вот так попадаться не буду. Это плохо. Спасибо. Твою мать, у меня патроны были не того типа, который я думал. Ты с Rebel не начинал? А. Блин. Почему у меня так много проклятых пушек падало, я не знаю.
Чё с этим спавном не так? Капец просто. Что не так с этим спавном? Я просто захожу и меня давит огромное количество хуйни. И долбанная колба прямо в упор ко мне заспавнилась. Капец, просто, просто жесть. Надо было все-таки в прокты брать слагер долбанный. Потому что суперкросс полное говно. Я в очередной раз в этом убедился. Но каждый раз я, встречая его, думаю, что он сильный. Сильный. Очень смешно. А толку-то от этого нет. Дамаг это не главное. Когда я перестану брать суперкросс всякий раз, когда он падает? Самое разочаровывающее оружие в игре вообще. Тебе кажется, что оно лейтовое, мощное, усиливается болтами. Какой подставы можно от него ожидать? Это же, блин, суперкросс. Но вот... какая-то незадача. Всякий раз, когда я его беру, я просто охреневаю, насколько он плохой. На самом деле, в том спавне можно было выжить, если бы я просто лучше играл. Я возьму импакт, но надо будет очень осторожно сейчас играть. Очень осторожно, я сказал. Понял, что душно. У меня прям давление чувствуется, поднялось. В ушах так это самое. Отзвучивается как-то. Я не знаю этот эффект, но это из-за давления.
Отлично. Теперь все будет иначе. Тюкает. Ну это не тюканье, это, блин, когда дыхание фонит, короче, в ушах. Не знаю, как это называется. Может и тюкает. Не, тюканье это другое. Это совершенно другое. Так, какие мне короны осталось? Любви, удачи, защиты. Три короны. Может плазму взять? Да, наверное, я... Неважно, я перепутал пушки. Если бы я знал, что здесь лазер кэнон, я бы ЛБ взял с удовольствием. Лишь бы ее использовать. Вау. Импакт внезапно добил его. Ты умирать собираешься? Дабл флейм. Все, хватит с гранатометом таскаться, он не золотой. Поэтому нет. Вот золотой мне дала прям, мог бы помочь. Обычный не. Обычный в зимнем уже не так хорош. Райфла. Я с трипом останусь, у меня гланда есть. Где ты там? Я выстрелил в него до того, как он начал телепорт. Молния его все равно достала. Воу, он же еще не пробужден был. Он чуть не впихнул в меня свой кристалл.
Бам. Че, еще не сдох, что ли? Ну, другое дело. Триггер. Автошот. Хочу ли я автошот? Да. С ним будет больше урона. Твою мать. Я молодец. Сейчас сдохну. Как меня не задело? Как меня сейчас не задело? Я не знаю. Я типа прям видел, как оно в меня влетает. Робот. Робот. Спасибо. Спасибо, робот. Три пушки, ни одной хилки. С двумя хп. Спасибо, робот. Блин, чуть не задел. Наконец-то он сдох. Почтовик не давал мне выйти. Шот. 5 пушек. Ни одной хилки. 5 пушек, ни одной хилки. Карл. Да, гланды становятся сейчас бесполезными, потому что у меня в целевых нету, но... Трипл это уже плохое оружие для этих локаций. Пора бы уже корону сменить. Вот там молот, а здесь райфл. Можно молот с райфлой сделать. Твою мать. Автошот. Наотскакивался. Теперь мне придется каким-то образом в этом, как его, наверное, я так и останусь. Блин, урона-то мало. У меня в паласе будут проблемы вообще. Да и на хантере тоже. А вот и ЛБ, кстати.
Окей. Надеюсь, в лавах что-нибудь хорошее выпадет, чтобы я в паласе хоть немножко выжил. А также мне надо в паласе два ульт. Splinter Pistol. Окей, возьмем. Лучше бы автокросс. Спасибо, игра. Именно то, что мне нужно было. Твою мать, сколько вас тут. Там СФК лежит. Просто кластер эксплогвардианов в упор спамнул. Жесть. Хорошо, что я решил триггеры взять. Без лица даже не ваншотает собаку. Жесть. СФК не ваншотает собаку. Вы такое видели? Я впервые. Так, мне надо в ваульт. Чуть не забыл об этом. Пока. Чуть не сдох. Так, ну раз такое дело, можно корону удачи взять. Это как раз тот случай, когда я могу показать это действие. Да, все спланировано, ребят. Все спланировано. Смотрите, корону удачи берем, и у меня еще не уменьшилось хп. Я бьюсь троном со своей истинной силой. Привет, Сокол. Билд вообще ни туда, ни сюда, ни обратно. СС нет, лица нет. Есть зато болты, гланды и шелсы. И что с этим делать? Типа вообще никуда, ни туда, ни сюда. Билд говно. Поэтому я просто убиваю урон. Благо, урон у меня есть с помощью СФК, который... Так, у меня проблемы. Что-то я не рассчитал.
Чё-то я не рассчитал ничего. Я просто сгорел, блин, с этого нюка сраного. Я просто, блин, не мог... О, боже. Почему я так неаккуратно сейчас сыграл? Ну ладно, блин, они пробудились. Ну ладно, блин, стоял бы на месте, ждал бы, пока они около меня заспавнятся. И убил бы их, все. Зачем я заигрался на столбы, блин? Зачем я позволил ему спускаться еще дальше? Почему я такой долбоеб? Пиздец, блин. Пиздец, просто пиздец. Можно так плохо играть, а? Об трона уже сливаюсь. Об трон, блин, об трон. Сука, самый легкий босс, блин. Во всей игре. Охренеть просто. Просто охренеть. Сколько можно плохо играть, а? Вот куда еще хуже, а? Куда еще хуже? В гвантах я просто разочаровался. Когда я их беру, у меня вообще абсолютно не падает никакого пулевого оружия. Вот трипл максимум упадет, все. Если нет гвант, вот тебе квадро, вот тебе миниган, вот тебе дабл миниган, вот тебе два дабл минигана. Вот тебе ультраревольвер. Как только я беру гванты... Ничего нет. Да, самый популярный тип вооружения. Значит, его можно улучшить и с уверенностью получить пушку, которая будет работать отлично. Да, это так работает, да, Витрон? И так много оружий пулевых есть, которые будут хорошо идти. Да, Витрон? Да, ведь? Так много пушек есть. Так много. Охуенный спам. Просто появляюсь, и три золотых скорпиона сразу же меня начинают прессовать. Просто спустя одну секунду. Тоню первый раз за столько забегов.
Это же миниган! Единственная причина, почему он выпал, это потому что я гланды пропустил дважды. Где пицца? Угу. Хороший билдец. Все самые хорошие мутации собрал. Тупые снайпера. Да! Тупой. Кто он там? Ассасин. Лапу берем. Я не буду соленый брать. А вот гатлинг я возьму точно. Гатлинг это топ. Я на харде играю, потому что на харде интересно играть. Потому что нормал слишком спокойный для меня. Я там засыпаю. На харде же происходят такие вещи, которые в нормале не происходит никогда. Совершенно другой подход. Вены? Да, у меня ни одного улучшения пушек нету, поэтому вены возьмем. Тем более СС-а нету. Плазма. Возможно, да. ЛБ правда нету.
Миниган мне больше нравится. Намного больше. Ладно, давай попробуем. Точность. Здесь я возьму корону. Вообще, за учетом точности, может быть, все-таки миниган полнадежнее начнет работать. Как бы он и так надежный. Достаточно. Может, мне его с плазмой? О! О, привет! Я тебя знаю. Я возьму миниган. Спеси. Наконец-то мне нормальное оружие. Наконец-то робот все-таки умеет в свою пассивку. Энтейни. Он тут у тебя должен быть. Ты че, пират? Давайте корону любви возьмем. Покофа. Точность на миниган очень хорошо работает. Правда, я его потратил. Я тебе такой прибежал, патрон, да, ушел. Совсем из жизни ушел. Окей. Бандит. В смысле, бандит говорю. Хантер убит. Хватит пушки менять. Путаюсь. Ерейсер. Не, миниган с точностью действительно хорошо себя показывает, как райфл. Брать плазму на рыбу, у меня конфискат. Какую плазму? Плазмоган? Слишком ранняя пушка, она не требует каких-либо конфискатов. Мне триггеров нету. Блин. Я только сейчас это понял. Плазма миниган. Ну, если у тебя ЛБ есть, то да. Если нет, то не бери. Твое оружие с собой взял. Окей, договорились, гланда, гланда, все.
Капец, эту собаку даже не было заметно в этом спаме шариками. Вау. У меня все-таки собрался он. Болтовой. В смысле пулевой. Настоящий пулевой билд. Без СС-а. Но собрался. Билд со скорострельным энергетическим оружием. Твою мать, я сейчас такой дебил. Я сейчас такую херню сделал. Почему я решил, что мне надо нажать правую кнопку? А, потому что я подумал, что Плантон. Да. Когда меня спрашивают, каким персонажем играть, я думаю об этом персонаже и думаю, что я играю этим персонажем. Поэтому я сейчас захожу такой, думаю, надо лазу поставить. Даже не думаю об этом, просто ставлю лазу. Подсознательно зная, что я персонажем. Нужным играю. Но нет, я не нужным персонажем играю. У меня нет лазы. Я сожрал свой PC. Твою мать, какой же я долбоёб, а? Как можно быть таким тупым? Стоит ли мне две пулевые взять? Да, Плант. Это будет сложно. Такая анимация у квадры прикольная. То, что гильзы падают сбоку. Я только сейчас это заметил. Как так прикольно. Блин, сколько же мелочей в троне прикольных, а? Да постоянно такое. Дело в том, что все спавны вполне узнаваемые после какого-то промежутка опыта. Видели сейчас фигню какую-то? Эта фигня называется менты, все спавнились до того, как ты что-то начал видеть. Такая фигня по звуку определяется, иногда она бывает. Не первый раз, кстати, за GapSpire. Второй, по-моему. Точно второй. Ну, в смысле, минимум второй. В общем, да, такое бывает. И по звуку надо заранее понимать, что менты уже здесь. Ау. По щиту пострелял. Щитовики зло.
то еще. Подождите, сколько она тратит? 7 ведь? Шесть. Тратит 6. Возвращает 2. Ой, возвращает 4. То есть я трачу 2 по факту. В смысле, трачу 2 поля, чтобы нанести 21 урон. Здесь же я стреляю 4, трачу 4. Наношу 3 на 4, 12 урона. Из них я возвращаю 2,5, да, можно сказать. Сложно. Короче, да, в одну цель лучше хэви стрелять. Этот клочок земли меня бесит, просто бесит. Ульт, насколько я понял. А может и нет. Щитовик. Нет, в ульт я так и не попал. А сейчас попал. Щитовик! Сколько еще щитовиков я буду... Берем корону. И... Да. Защиты корону берем, потому что удача сейчас не подходит. Удача без... Как его? Без СС-а. Не очень хорошая идея. Как хорошо, когда есть урон, а? Вы посмотрите. 4 бандита? Да плевать, у меня есть урон. Капец. Конечно, спан хороший, но все же. Наверное, я суперслагер оставлю для штаба. Для капитана. Чпок. Другое дело, чем не делать. Твою мать. Если пуля кончится, что мне делать? Вот это печально будет. Баланс очень сильно нарушается. Одно оружие чрезвычайно медленно, другое нет. Успел. Только ракеты в меня не надо, ладно? Спасибо.
Дабл миниган мне так и не выпал. Автокросс может взять. Суперслаг по капитану хорошо зайдет, поэтому я его хочу взять. Это же ультра. О, я могу сейчас успеть. Нет, уже не успею. А, нет, успел, смотрите-ка. Хотя, блин, я потерял кучу пуль. И не успел их восстановить. В смысле, вообще отказался от их восстановления, потому что именно эти менты дали бы мне кучу пуль. Твою мать, это было близко. Отлично. Минус 2 короны. Осталась только корона удачи, которую я должен был залочить в тот момент, когда я слился об трон. А. Фуф. Привет, Фоксон. Последняя корона осталась. Но она уже останется на следующую серию. А так, всем удачки.